Скажите, пожалуйста, телевизор смотрите? Да. Иногда. Я думала, вы все время в интернете. Ну, да. Не все время у меня телевизор включен, я его смогу смотреть. Что бы вы хотели увидеть на вашем телевидении? Себя. Да. Кино. Маму свою, вот. Чем по жизни занимаетесь? Хобби, увлечения? Ну, как сказать, то есть ходим на пати, на вечеринки, то есть анимешные, то есть также косплеем персонажей, то есть из всяких мультиков и все такое. Да. Бери, круче, гитара. Ну да, еще и гитарой занимаемся. Да? Поем. Играем. Танцуем. Ну вот представьте, на вашем телевидении показали бы аниме-пати или как вы занимаетесь на гитаре. Это было бы клево, это было бы интересно. Да. Еще бы это было неинтересно. А особенно с нами, то вообще улет. Нужно тогда, получается, на вашем телевидении молодежное направление? Конечно. А как без этого? То есть конкурс был бы интересен, если бы устраивали конкурсы на телевидении? Да. Вау!